это имеются в виду так называемые контракты полного цикла. От строительства дорог до их обслуживания и ремонта. Так, чтобы фирма была заинтересована в качестве работы изначально. Но вот для начала, наверное, вот такие меры нужно принять. И думаю, что в ближайшее время мы это и сделаем. У нас на территории города сама идеология жизненных, ну, контрактов жизненного цикла начинали реализовываться как раз-таки 2 года назад, когда начали заключаться контракты с оплатой 2- и 3-годичной. В таких случаях подрядная организация получает деньги только, полный расчет только в том случае, если действительно нет нареканий к объекту после гарантийного срока там, ну, в течение 3 лет. Значит, одно из плюсов этой системы, то, что действительно с подрядными организациями достаточно, ну, то есть это является достаточно таким эффективным рычагом воздействия на устранение каких-либо недостатков, возникших не только в период там, ремонта самого, да, а и в процессе эксплуатации данного там, участка, если мы говорим об автомобильной дороге. И как результат, перед конечным расчетом, то есть всегда с июня месяца начинается обследование всех автомобильных дорог, которые, ну, непосредственно к сдаче подрядная организация приводит. В данную комиссию включаются не только специалисты заказчика, но и в том числе организации, которые в последующем эксплуатируют эти участки. Это наше муниципальное предприятие, которое занимается содержанием там, дорог, содержанием ливневых канализаций и так далее. И одним из ярких примеров такой ситуации, наверное, ну, из крупных объектов взять, это ремонт улицы Молокова. Ремонт был проведен в 2014 году, соответственно, в 2015 году, ну, вылезли некоторые недочеты, там бордюрный камень, где-то зеленые насаждения не все прижились, и в прошлом году действительно подрядная организация вышла и устранила все замечания в полном объеме. Заключаем контракт по контролю производства работ на улицах города, начиная от ямочного ремонта и заканчивая ремонтами капитальными. Будут контролироваться геометрические параметры. Делать это будет автоматически специализированная дорожная лаборатория, которая есть у нас в университете. То есть без доступа человека. Пишет она, эта лаборатория, данные сразу в компьютер. То есть мы не можем подретушировать, подправить какие-то данные в угоду какой-либо из сторон. Мало того, сразу вся ситуационный план, вся ситуация привязывается в географические координаты. То есть система GPS, каждая ямка будет четко в координатах привязана к тому месту, где она находится. И после производства работ лаборатория пройдет еще раз. И будет определено фактическое выполнение, ну и, соответственно, определяться качество производства работ. То есть мы даже немножко забегая вперед, как бы предчувствуя пожелания президента, ввели такие мероприятия сейчас. Во-первых, сторонняя экспертиза и контроль качества производства работ. Ну, а во-вторых, записывая один раз в память компьютера, у нас есть возможность как раз выходить на тот предполагаемый технический мониторинг, который как раз и позволит сформировать, наконец-то, понимание жизненного цикла проекта.